их деньги вылетают в окно. Добрые окна из профиля Рихау. Сберегут тепло, сберегут деньги. Улица Гоголя, 107. Телефон 23-35-98. Межсезонье. Время климатической техники. Скидка на все кондиционеры 10% от Климат 45. Купи обогреватель, получи сертификат на покупку кондиционера в подарок. Улица Родионова, 62. Телефон 606-37. И климат под контролем. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Марина Ильичук. Многие не замечают, как их деньги вылетают в окно. Добрые окна из профиля Рихаус берегут тепло, сберегут деньги. Улица Гоголя, 107. Обогреватели, конвекторы и тепловые пушки помогут вам согреться от пяток до макушки. Не надо долго думать, где вам все это взять. Вам с выбором поможет Климат 45. Климат 45, улица Родионова, 62, телефон 606-777. И климат под контролем. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу Зауралье окажется на периферии двух фронтов, поэтому погода окажется контрастной, с облачностью и небольшими осадками. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске местами возможны небольшие осадки. Температура днем плюс 2-5. В Кургане ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минус 1, минус 3. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3,5. Атмосферное давление будет расти. 4 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!